Комплексный ремонт улицы Осипенко на участке от Мичурина до Лесной начался в июне. Уже обновили проезжую часть, в середине сентября здесь закончат укладывать плитку. Новое покрытие очень прочное и может выдержать вес легкового автомобиля. Ремонт идет по современным технологиям, но есть и сложности, связанные с подземными коммуникациями. Сложность данного участка заключается в высоком залегании колодцев, водоканала и предприятий тепловых сетей. Справляемся, понижая, убирая лишние кольца колодцев и опуская уровень колодцев. Всего на обновление улицы Осипенко выделено 163 миллиона рублей. Здесь приведут в порядок дорогу, обновят бордюрный камень, ограждения, тротуары, нанесут свежую разметку, благоустроят газоны, оборудуют места для прогулок и отдыха. Для слабовидящих жителей положат специальную тактильную плитку. Приведут в порядок и сквер на площади Героев 21-й армии. Гарантия на комплексный ремонт 5 лет. Если в это время здесь обнаружат дефекты, подрядчику придется устранять их за свой счет. За ходом ремонта пристально следят городские службы. Качество работ контролируют на каждом этапе. Осуществляется контроль подготовки основания, щебеночного, песчаного основания, устройства плиточного покрытия. Производятся замеры выполненных работ. По асфальтобетонному покрытию производим проверку фрезерованного основания. Далее, после укладки выравнивающего слоя, производим кернение. По получению результатов, если все положительное, как у нас это на данном участке, то идет допуск к устройству верхнего слоя. За ремонтом улицы наблюдают и жители. Их замечания и предложения подрядчик учитывает. Люди уже видят изменения. Благоустроился наш скверик. Появились клумбы красивые, появились зоны отдыха, появились площадки, где можно погулять с детьми, отдохнуть. Улицу Осипенко приводят в порядок по контракту, рассчитанному на 2 года. Полностью обновленная, она встретит жителей в конце августа 2017-го. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов, «События».